Божья обитель представляет. Благие истории. Иисуса я люблю, и познать Его хочу, и поэтому смотрю благие истории. Иисуса я люблю, и познать Его хочу, и поэтому смотрю благие истории. Благие истории. Фух, наконец-то мы пришли. Думаю, Дин и Пинки уже тут. А их здесь нет. Может быть, они опоздают? Даже не знаю. В любом случае, они бы предупредили. Ладно, давай пока что расположимся и подождем их. Угу. Кстати, Софа, ты взяла кексы с шоколадной или клубничной начинкой? Я и Дин не любим с клубничной. Я помню, поэтому взяла с шоколадной. Хорошо. Ну ладно, пока их нет, можем во что-нибудь поиграть. Давай в слова поиграем. Давай. Я начинаю. Арбуз. Зебра. Ананас. Сорока. Африка. Аист. Трамвай. Йод. Дом. Молоко. Ой, все, скучно так. Не могу ждать. Где Дин и Пинки? Ну, давай еще подождем. И сколько мы будем ждать? Мы же договорились. Ровно в 3 в домике на дереве. Что это такое? Тише. Смотри, что здесь. Опа-на! Записка. Но я не знаю все буквы. Софа, прочитай. Так, что тут у нас? Так. Ага. Читаю. Привет, Марк и Софа. К сожалению, у нас не получится сегодня прийти к вам в домик. Мы только вчера вечером узнали, что идем на день рождения. И, кстати, в шкафу оставили вам конфеты. Хорошо провести вам время. Надеемся на ваше понимание. С любовью, Дин и Пинки. Представляешь? Да уж, вот дела. Жалко, конечно. Что ж, мы хотя бы конфеты оставили. Я схожу за ними. Угу. Ура, конфеты! Подожди. Так, а это вообще что? В общем, я искал конфеты и наткнулся на этот блокнот. И стало интересно, что же это? Так, дай-ка посмотрю. Личный дневник Дина? Давай, почитаем. Нет, ни в коем случае. Закрываем и убираем. Ну, Софа, давай почитаем. Это, конечно же, будет не очень красиво. Ладно, сейчас посмотрим. Так, первая страница. Так, и... Читай. Так, начинаю. Привет, дорогой дневник. Столько всего сюда хочется написать. Начну с того, что мы с моей подругой Пинки очень весело проводим время. Так, это мешает, нужно убрать. Что мы с моей подругой Пинки очень весело проводим время. А главное, из всего выносим урок. Конечно же, не одни. Рядом с нами всегда Анна и Света. Они многому нас научили. Вот, например, был случай, когда я разбил вазу. Ох, стыдно мне было. Но и из этого обычного случая мы вынесли урок, что должны быть послушны нашим родителям. А в пример Света привела Авраама, и после этого мы смотрели очень интересный мультфильм. Так. Мультфильм про его жизнь. Было так круто. На этом все. Быть послушным? Это вообще зачем? Я считаю, что послушание выражает нашу любовь.
Да и вообще, я читаю дальше. Стой, я должен попить водички. Подожди. Все, продолжай. Читаю. Так. Привет, дневник. Как всегда, мне есть что рассказать. Как я писал раньше, мы с моей подругой Пинки из всего выносим урок. Да-да, абсолютно из всего. Представляете, даже из-за обычного тортика. В общем, как-то раз Света попросила последить за тортиком. И в общем-то, Пинки как всегда. Вы не подумайте, Пинки очень хорошая, но, конечно, иногда... В общем-то, поняли мы в этот день, что нужно иметь терпение. Ну и потом мы посмотрели мультфильм. Посмотрели мультфильм. Может, я тоже хочу посмотреть мультфильм. Так, что нам мешает? Смотрим! Моисей. Скажи мне, Господь, обрету ли свободу, или цепи рабства моя судьба? Скажи мне, Господь. Иудеев наплодилось слишком много. Сколько их ни притесняй, меньше их все равно не становится. Через несколько лет они так расплодятся, что мы не сможем их контролировать. Мы все методы испробовали. Видно, недостаточно усердно. Куда ни посмотришь, везде евреи, евреи и снова евреи. Ты мог бы дать свободу некоторым из них. Прошу тебя, батя, не говорить такие глупости. Лучше выйди отсюда. Я склоняюсь к тому, чтобы развязать солдатам руки. Не стоит так поступать. Нам нужна рабочая сила. Хватит говорить, чего мне не стоит делать. Лучше скажи, как мне от них избавиться. Убивать их младенцев. Что? Убивать каждого мальчика-младенца, рожденного в иудейской семье. Отличная идея, Уран! Ты не ушиблась? Ты! Отведи свою жену домой. Молись, чтобы родилась девчонка. Папа, маленький уже родился? Еще немного, Аарон. Еще немного. Мальчик. Абрам, что же нам делать? Что-нибудь придумаем. Они убьют моего малыша. Нет. Они убьют моего малыша. Мы не позволим такому произойти. Мы не позволим. Мы что-нибудь придумаем.
Я обещаю. Время идти. Wake up! Move it! Move! Вставай! I can't. Я не могу! Шевелись! Поднимайся, я сказал! Папа! Папа! Давай! Мой малыш, мамочка любит тебя. Она очень сильно тебя любит. Не так быстро, Батия. Я не так молода, как ты. Батия, не иди в воду. Там крокодилы. Крокодилы? Тира, ты видела хоть одного? Да нет. И только потому, что днем они прячутся, пока не наступят сумерки. Глупая сказка, подобная слухам. А ты, Тира, глупая старуха. Ну, спускайся же. Может быть, я и глупая старуха, но я жива. И на моих ногах нет следов от крокодильих зубов. Тира! Теплая водичка. Интересно, что там плавает? Что? К нам что-то плывет. У него есть зубы. Батия, там что-то плывет. Всего лишь корзинка, Тира. Ну-ка. Достань мне ее. Она похожа на иудейскую корзинку. Да, точно. Тира, в ней мальчик, младенец. Теперь ты в безопасности, малыш. Я позабочусь о тебе. Ваш отец ни за что не позволит вам его оставить. Я не брошу его на милость судьбы. Боги спасли жизнь этому ребенку. Даже мой отец с этим согласится. Он будет воспитан при дворе, как будущий царь Египта. Я нареку его Моисей, потому что достала его из реки. Батия, но как же ты вскормишь ребенка? Я знаю женщину, которая может быть кормилицей. Это он? Действительно он? Бог спас нашего ребенка. О, мой сын. Мой сыночек. Но он у нас ненадолго. Но он жив. Он будет жить. Да. Они назвали его Моисей. 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 Спустя годы.
Назад! Подвинься! Ты отойди! Аарон! Давай, Аарон, ты должен попить. Мириам, это наш брат Моисей. Эти люди умирают. Ну и что, они рабы? Я знаю, что они рабы. Но если к ним лучше относиться, они будут лучше работать. Моисей, ты хороший полководец, но ты ничего не смыслишь в обращении с рабами. Утроить их рацион хлеба и воды. Утроить? Никогда. Выполняй. Но это невозможно. А возможно строить город с помощью рабов, умирающих от голода? Мне это не нравится. Иудей командует нами. Его должны были убить еще младенцы. Надеюсь, у тебя есть уважительная причина для наказания этого человека. Он постоянно нарушает правила. Смотрите, кто пожаловал. Моисей, ты сражаешься за фараона, в то время как твой народ гибнет в рабстве. Посмотри на меня, Моисей. Посмотри, как страдает твой народ. Смотри на меня. Хватит. Больше никаких драк. Урат, ты должен признать, что он приносит много славы для Египта. За счет чести нашей нации, да. Ты завидуешь. Кому? Твоему иудейскому сыночку? Моисей не больше еврей, чем ты или я. Он будущий царь Египта, и он делает нас великими. В чем же величие? В том, что он относится к рабам так же, как к египтянам? Для меня это позор. Ты слышала о последнем повелении твоего сынка? Он объявил для евреев день отдыха, шаббат. Я думаю, ему хочется быть одним из них. Моисей, эти люди слишком старые, чтобы работать. Может быть, пусть они носят воду или режут солому? Отправь их домой. Домой? Домой. Вы можете идти. Уходите. Я приказывал больше никаких побоев. Постой! Остановитесь! Прекратите! Разве для вас недостаточно страданий? Зачем ты бьешь ближнего своего? Кто поставил тебя судьей над нами? Не думаешь ли ты, Моисей, убить меня, как убил египтянина? Он поступил так, чтобы спасти жизнь раба. Я уверена, этому есть объяснение. Молчать! Связать Моисея и привести ко мне. Отец! Он слишком далеко зашел. Я запрещаю тебе говорить что-либо в его оправдание. Ей не придется говорить. Я сам отвечу. Ты пролил кровь египтянина! Он избил человека до полусмерти. Раба, сильного рабочего, презренного еврея. Человека, личность, живую душу.
За такое преступление против Египта ты, Моисей, будешь казнен. Нет. Беги, Моисей. Беги. Я принесу воды. Смотри, чтобы они не разбежались. Мы не можем потерять даже одну. Здравствуйте, мисс. Кто вы такой? Этот колодец, эти овцы, теперь они принадлежат мне. Колодец и все овцы принадлежат моему отцу. Уже нет. Да, убирайтесь из наших владений. Нет. Вы не пострадали? Да благословит тебя Бог, Авраама, Исаака, Иакова. Ты из Египта. Я пересек пустыню. Один? Пойдем. Мой отец отблагодарит тебя за то, что ты помог мне. Быть ли может, что кто-то всегда рядом? Может быть, это Бог? В сумраке ночи Он всегда согреет взглядом. Да, это Бог. Кто смотрит на страдания народа? Кому не безразлична его судьба? Скажи мне, Господь, обрету ли свободу? Или цепи рабства моя судьба? Скажи мне, Господь, когда взойдет солнце свободы? Я чувствую, я там, где и должен быть. Мое сердце принадлежит Богу. Мое сердце верит, и вера сильна. Моя вера в Бога сильна. Скажи мне, Господь, обрету ли свободу? Или цепи рабства моя судьба? Скажи мне, Господь, когда взойдет солнце свободы? Когда взойдет солнце свободы? I am here with a heart sure and strong. I am strong in God. Help me, O Lord, will I ever be free? Or will these chains be my destiny? Tell me, O Lord, will a better day dawn for me? Will a better day dawn for me? Моисей, я здесь. Подойди, сними обувь с ног своих,
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я увидел несчастье своего народа, я услышал его стон. Я посылаю тебя освободить из рабства мой народ. Кто я такой, чтобы идти освобождать народ израильский? Я буду с тобой, Моисей. Но они не поверят мне. Что в руке твоей? Посох. Брось его на землю. Протяни руку свою и возьми ее за хвост. Положи руку свою за пазуху. Ты увидел силу Бога. Иди и покажи ее фараону. Господи, я не умею убеждать. Я косноязычен. Кто создал рот? Разве не я, Господь? Ступай. У тебя есть брат Аарон. Он станет говорить за тебя. Теперь ступай, Моисей. И делай, как я говорю. Почему мы раньше не смотрели эти интересные мультфильмы? Не знаю, Марк. Что-то уже поздно. Заканчиваем с чтением дневника. Думаю, пора собираться. Да, ты права. Ни с кем не хочешь попрощаться? Ах да. Пока, ребята. Не забывайте перед сном почистить зубки. Пока-пока. Пока-пока. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбный.